приехал отец Иоанн с Тулы, заходи сюда. Это представитель Московской патриархии. Они с батюшкой сколько лет уже дружите? 30 лет и 1 месяц. А батюшке, то есть моему брату, 30 лет, 3 февраля вот будет, он на это торжество приехал, как он в священном сане, священником. Ну видите, тут маленько кое-что так получилось, накладка с епархией, ну, Господь знает, что. Ну, батюшке не надо говорить, как они любят друг друга, ездят по мощам, по серафимам, там, туда. А я их за это дело обличаю, что выезжайте на проповедь, на благовестие. Но отец Иоанн мне помог, ну, кто-то ему там помог в издании книг. Вот этим он мне еще дорог-то больше всего. Мы вчера разговаривали, может, я еще разговоры не окончен. Я особого внимания не могу уделить. Просто у меня такой момент был. Я вчера в 4 утра уже работал. И вечернее время списывал 11 час, и, то есть у меня все, пока не... и все закончено. Батюшка это все видел, тоже снимал, фотографировал. Но сегодня он уедет, больше он у нас пока не будет. Я ему высказал, что кого я знал священники, бывают чем-то не похожи, как другие московской патриархии. Как бы исключение. А потом проходит какое-то время, он делается еще злее, будет здоров этих. Это было в одном месте, в другом, в третьем. Я сегодня говорю, смотри, батюшка, что если где-то что-то наше неприемлемое, а наше это не просто наше, вот. И чтобы между нами не просто кошка пробежала, а дьявол не встал. Чтобы мы не стали врагами. Мы с места не можем сдвинуться по той причине, что двигаться некуда. Мы познали истину. Вот. Он все книги имеет, читает. Хотя отец Аким говорит, а он и не читает их. Я говорю, читает. Нет, не читает. Но оказывается, он не по порядку. Я говорю, выборочно. Я слово выборочно отвергаю. Да, так, книг. Да. Выборочно, когда все прочитал, и ты знаешь, что выбирать. А если все не читал, от корки до корки, то выбирать ты что можешь? Ты можешь пропустить самое важное для тебя. Вот. Пару слов скажите. Знаете, Игорь, вот у меня дома такая книжная полка, я освободил вот такой примерно длины книжку, все только под ваши книги. Теперь мне, чтобы вашу книгу разместить, я должен какую-то перенести на чердак. Я не, у меня уже смещается вторая полка. Но я говорю, я не могу все подряд. Я знаю, что где не открою, все интересно. И скажу, вот мой приезд именно тем обусловлен, что я сказал матушке, говорю, все, не поеду я к ним, я переживал, мне хочется и не могу, ну не могу по материальным соображениям. Потом открыл, читаю вечером ваш том, говорю, нет, мать, говорю, я поеду, а ей самой хочется поехать. Она, я говорю, давай она поездом поедем, дешевле будет. Ну смотри, туда 4 дня, то есть 2 дня спала, да, оттуда 4 дня, почти 5 дней просто валяйся на полке. Давай лучше уж я один поеду. Тут она начинает. Ты мне ванну, вот я тебя прошу, сколько не обобьешь, у людей стыдно зайти в туалет. Кухня у меня, ты мне как... Ну сразу я уже понял, что к тебе, знаешь, что я все буду снимать, и тебе все расскажу, покажу. Ты уж хоть смирись-то здесь-то, и давай хоть в этом послушание. Ну все, смирилась, все. Все-таки решил. Ну перехватил маленько деньжат, я рад, что приехал. Батюшка, вы другим даете книги. Я хочу спросить, какое ваше мнение, почему книги не приемлются вашими собратьями, священниками? Ну, потому, наверное, что и ваши не приемлют священники. Я, знаете, вот есть такой батюшка, ну, знакомый священник, он, кстати, сибиряк, отец Владимир Патрин, его отец, брат, по-моему, был настоятелем или ключерем Новосибирского, когда у нас его отец Павел, по-моему. Суперсоветский поп. Ну, тогда общем... призывал честь благодарственный молебен, честь Октябрьской революции. Это он провозглашал. Это нет. Он как раз и был. Ну вот я его передал через его матушку 2 тома этих ваших книг. Ну, попросил, думаю, ну, может быть, все-таки там он что-то знает более положительное. Наш это ничего не знает вообще. Очень была отрицательная реакция со стороны матушки. Я даже не знаю, дала ли она их батюшке почитать или нет. Я подарил нашему владыке Алексею. Тоже не помню какой том, или 2 даже тома через секретаря. Передал, говорю, батюшка, передал владыке. Ну, это уже прошел год, больше никакого ответа и реакции. Скорее всего, что он просто не читал. Ну, а с другой стороны, если он откроет там, где вы даете комментарии на святейшего патриарха Алексея или Кирилла, то будет реакция уже известная какая, да. Но я еще раз повторюсь, Игнат Тихонович, почему я, вот так сказать, ну... С вами хочу общаться.
Только потому, что, ну, все-таки понимаешь умом и сердцем, что вы не противник Слова Божия, и вы учите при всем своем корявом характере. Я считаю, что вы делаете дело очень большое. Я вам сказал, что вот только планку так высоко подняли, что невозможно, вот, думаю, кому-то подняться до уровня ваших требований. Вам очень хорошо в том плане, вот я смотрю, у вас очень много, скажем, если по меркам моего прихода, у меня чуть поменьше. Ну, воскресные, праздничные дни, бывает, что и столько собирается людей. Но у них есть вы, даровитый проповедник, особый проповедник. У вас не просто, вот знаете, такой, ну, красивая речь, у вас именно проповедь. Я так понимаю, что проповедь по Слову Божию. Это тоже сказано у апостола Павла, что имеешь ли дар пророческий, пророчествуй по мере веры, учитель, учительствуй, благотворитель, благотвори с радушием. И так далее, другие дары. Вы обладаете этим даром. Ну, только, конечно, не каждый может быть вот тем проповедником. Объясни, пожалуйста, два слова. Корявый, что-то, и второе, планку ходит. Это то, что вот я сейчас сказал, и вы сразу обратили на это внимание. Да, я хочу узнать, чтобы не стать другим. Игнатий Николаевич, они лучше меня видят, но давайте опустим это. Я хочу, чтобы не быть корявым, и чтобы помогли. Но не получится. Не оставайтесь таким, какой вы есть. Все, знаете, вот у владыки Антония, покойного Антония Сурожского, Блюма, есть, когда ты читал, ну, сейчас перескажу смысл. Значит, в чем вам хорошо, вот в вашей пастве, или отца Якима, как сказать? Отца Якима. Да, пусть будет так. Он говорит, что у Чарльза Диккенса есть такой, значит, рассказ, записки Пиквикского клуба, по-моему, там. И там суть-то в чем? Этот Пиквик едет в этот клуб на колеснице, на лошаденке, и с возницей беседует. И Пиквик удивляется. Как, говорит, твоя такая хилая лошаденка тащит такую большую колесницу? А он говорит, видите, сэр, все дело в колесах. Что ты хочешь сказать? Как, почему? Дело в том, что колеса так хорошо смазаны, что ей только было усилие только тронуться, а дальше она лишь уже передвигает ноги, чтобы ей спасти самой, чтобы не быть раздавленной колесницей. Так и вы. У вас есть толкач, такая лошадь, вот, которая потащила все, и вам легче теперь ехать на этой колеснице. Мы слабые лошади, никудышные. Я себя таким считаю, но хочу, чтобы, Господи, хоть что-то дай мне доброго, чтобы от меня хоть какое-то, ну, хоть что-то какое-то осталось добро после меня. То, что мы строим храм, колокольни, там это все. Ну, тут моего-то ничего нет. Бог дает так, что мне кто-то строит колокольню, кто-то там благоустроит территорию, кто-то церковный дом построил. Второй храм мне дали. Меня в наказание послали на кладбище. Сейчас у меня очень приличный храм, очень приличный, дорогой. Отделка, все там. Так, благоустроенная территория. Но опять же, моего там ничего нет. Я вижу, что это Господь. Ничего тут мы не принесли. А по вашим вот так предположениям, вы как думаете, будет ли когда-то лучшее состояние священства, когда они примут конкретно мои книги? Я, например, я не сомневаюсь, что книги переживут меня намного-намного дольше. И будет момент, когда это все будет рассматриваться по-другому. А как вы думаете? Я этот вопрос хотел вам задать, но приходится самому теперь отвечать. Игнатий Иванович, ну, знаете, мы не будем говорить, что в общем, в целом, в таком глобальном, что все обратятся и все полюбят ваши книги, этого не будет никогда. Но я допускаю, что есть и в Московской Патриархии священники просто страха ради людей, которые, может быть, все это одобряют и душой, и сердцем, но мы немощны. И, знаете, как-то выражать свою позицию такую в отношении ваших книг-то положительно, они просто побаиваются и все. Но я знаю, что они есть. Есть, я в этом уверен. Я много времени уделяю рассуждениям о водительстве Духом Святым, так как это мало заметно. А где Дух Господень, там свобода. Если они понимают, и они ради страха иудейского, то грех-то против Духа Святого делается. Тогда какая же жизнь? Тогда как перед Богом? И как можно развить свои таланты, если ради такого же Вани Мити, которого поставили, шапку на него надели, ну, назвали епископом или патриархом. А мне Бог дает талант, говорит, вот я в книгах говорю все, что мне положено на сердце. Мне ни батюшка, ни епископ ни одной строчки не подправили. Нигде у меня цензора нет.
У меня центр только Бог и моя совесть. А насколько это было удачно, я готов защищаться перед всем миром. А это 7 лет, как издается книга, и пока ни одного обвинения в глаза нету. Ропот идет. Ну давайте, книга, страницы, ты мне докажи. А что, говорит, докажешь? Даже мне один епископ говорит, я бы книги ваши прямо с зубами сживал и выбросил. Но ничего не могу сделать, там все сцементировано, все связано. То есть я сразу должен против Библии идти в этот же день. Вот и все. Вот в чем их оригинальность. А что по словам корявости, я объясню, что я не философ, не оратор, не вития. Мне очень нравится грубоватый стиль Феофана Затворника. Он говорит таким языком, мужицким, просто, понятно и ясно. Поэтому я-то никто, я ни одного класса нигде не качал, я этим живу. Вы самородок, просто вот так дал вам Господь это, да, да и все, и вы его еще и развили. Мы все имеем дар хоть какой-то, по Евангелию то один талант, два или пять талантов. То есть какой-то есть у меня маленький талант, я не сомневаюсь, что у вас 5, может 10 уже Господь дал, да вы еще умножили на 10. Ну что ж. Здоровья вам, Игнатий Тихонович, помощи Божией, терпения, мудрости. Вас, ну, мудрости. Вы хватает. Батюшке скажите, когда будете, скажите, 30 лет дружбы, 30 лет священного сана, и апостол Павел говорит, послал меня не крестить, а благовествовать. И главное священнодействие – благовествование. И Дух Святой придет, его главное на первом месте стоит, и сделает вас свидетелями. Скажи, батюшка, давай подводить итог. Я знаю, против могут воевать только те люди, которые не свидетельствуют. Это определенно. Что батюшки какие-то не согласны, я могу сказать, батюшка, рецепт очень простой. Приезжай или меня вызывай, и пойдем по квартирам, как мы в городе идем. Больше ничего не надо, и ты увидишь, что паствы нету. Ты увидишь хищные волки, это зверинец. Люди не знают Бога, они ни радости во Христе не знают, ни спасения. Сектанты знают, но они не церкви. Даже, говорят, а если сравнить, я отвечаю на эти вопросы в книгах, да. Ну что смеяться-то? С чем сравнивать-то? Это мое состояние сравнивать с Рокфеллером или с Березовским там. С чем сравнивать-то? Абрамовичем. Это несоразмеримо. Все в Духе Святом. Если нет водительства Духа Святого, ничего нет вот этого. Вот батюшке будете с ним, брату моему, и скажи, батюшка, давай мы более критично посмотрим на это все. Потому что очень грозные слова священства говорится. Златоуст говорит, большая часть погибает. Если пятеро, трое в аду будут. Но в любой храм зайди, все спасены. А уж архиерей тем более, а патриарх уж святейший. И даже поминают святейшего. Хотя поминать можно только как раба, если был рабом. Вот ответ абсолютно однозначный для всех. Вопрос. Другого у нас просто нет. И скажем, мы умрем. А будет ли сказано о нашем благовестии? Где? И апостол Павел, когда подходит, говорит, течение совершил. Какое течение? Течение проповеди, он шел везде. И там дома будете. Да, кто-то не принимает. Вот сейчас только звонок был. В Казахстане получили 5 пакетов книги. Начинает заниматься, сразу люди прибывают. Это книги получили. Дошло. Пометьте себе там. Трудно было. Не знали, дойдет, не дойдет. 5 пакетов. Ну и купили еще 4 псалтыря. Все дошло. Прям люди меняются сразу. Наши поэты вот к драмтеатру завтра пойдут, которые купили книги, а потом приходят, это как будто совершенно другой человек, как будто из нашего. Вы же помните, когда конгресс какой-то тут был, и выступали, и передо мной вышел, я его не знал, кто он такой, молодой, высокий, солидный такой. Как стал говорить, а я, следующий я должен за ним говорить-то. Мне говорить нечего, он все сказал. Я такого не видел-то. Я пришел, узнал это Сорокин Виталий, доктор юридических наук, преподаватель местного. Я позвонил ему через Клименко, нашел. Я говорю, а как вы могли это сказать? Он говорит, а что, зря у меня 12 ваших книг открытым оком. Тогда 12 книг было. То есть он все их покупал, и он все оттуда взял. Ну, он своим языком. Какие экстремисты? Если не экстремисты, значит верующих никакого нет. Антагонизма не может вооруженным путем конфликта разрешать. Ну, мы же верующие. А если мы верующие, мы... Я никак не могу признать, что прав Магомед. Я никак не могу признать, что правы баптисты. Это взаимоисключающее понятие. Я не могу никак признать главенство Папы. Я не могу признать православие, что у нас есть это. Почему? С Библией не сходится. А Библия говорит 5.20 Исаия, сравнивает. И если нет там света, если не по слову, то нет там света. Вот и весь ответ. Я рад, что... Вопрос, Игорь, какой-то. Так, что хотел сказать? Отец сам.
Мы с вами беседовали о благовестии. Ну, понятно, благовестие это сложно. Вы сказали сейчас о дарах. Игнатий действительно обладает большими дарами благовестия. Но вот есть такое у священников действие, которое никакими дарами обладать не надо. Вы обязаны крестить людей. Причем крестить, как написано в канонах. И вот вы знаете, там общаетесь, конечно, и с епископом, и с епископатом, там рядом с Москвой, понятно, у вас много знакомых. Вам не кажется ли, что вот это действие уже мочения дошло как до печати Антихриста? То есть люди, которые моченые, они не принимают не только Господа, не принимают, и не хотят ничего знать, но возможно, что уже и Дух Святой их отверг. И вот теперь не пора ли уже вам не просто как-то это замалчивать или бояться, а просто организоваться вашим собратьям вместе и пойти и поговорить конкретно с епископатом, там, с несколькими епископами, и сказать, показать все места, эти писания. Или было ли это у вас, ну то есть уже дошло до того, что что-то на мистическом уровне, на уровне закрытом для нас, на уровне Божьем, мешает людям принимать Слово Божье. Вот мы уже здесь благовествуем очень долго. Ходим по квартирам только уже 5 лет, если не 6. Я отвечу, в чем дело? И нет, он сам мешает. Наполнение церкви. Когда мы были покровском прихожанами, а я вел тогда 3 радиопрограммы в городе, и когда шел крестный ход, а Войтович вышел дрожащим голосом, что он, это не его совсем характер, он, видно, что он истомился. Игнатий, до каких пор вы будете нашу мать церковь терзать? То есть я говорил неправильное крещение. И он истерзался со всего города, люди звонят, да что это такое? Если бы вы не открыли, никто бы этого не знал. То есть он знает, зачем ты это сказал людям? Но меня он не может взять ничего. Я буду ставить вопрос, ну хоть как ставить, ничего не было где-то. А он-то вот... как сатана Павла, крест долой, и все. Тут все не так просто. Он должен решиться сразу. Вот батюшку вызвал, архиерей начал. Батюшка говорит, что крест сейчас снять? Говорит, ничего. У меня, говорит, с собой мастеров. Я пойду сейчас, говорит, каменщик. То есть дать понять, что тебя просто так взять нельзя. Я делаю ради Господа. Пугать меня это не надо. Снятием сана, ничего. Мы тоже кое-что теряли, хотя были миряне. Они ничего не могли сделать, они нас крутили за решетку. Это все архиереи делали, священники. Меня-то никогда бы посадило. А в КГБ сдали священники. Это я потом все увидел записано. Ему не просто так. Да. Не просто. Он должен просто сегодня заранее сказать, ты прежде куда-то пойти, надо себя обезопасить. Что у меня дорога? Мобильник отнять, я его дома оставил. Так что у меня деньги, я отдал. Я вышел, у меня ничего нет. Меня подними руки, осмотрели, ничего нет. А все остальное рвано, с меня ничего не возьмешь, кирзу сапоги. И с него есть еще что ободрать. Тут надо прелюдию правильную написать все это. Они ничего не могут. У меня диплом, я его давно бросил. Чтобы тебя не пугали, а у меня уже, я давно все отказался. Квартиры у меня нету. То есть, если это отнимет, я уже пошел. Я завтра в Токио буду. Надо решиться. А это очень непросто. Так что, сказать он может, но результат я боюсь. Просто боюсь. А как сделать, не знаю. Я могу. Потому что я ничем не связан. Он меня, ну, угрожает, а я его... Меня не боюсь, если меня снять нечего. Может, встречу организовать? Дело в том, что я считаю так, что прежде чем что-то говорить, ты должен сам это исполнить. Но в отношении крещения, я вот летом, сейчас, если я обращаюсь с просьбами покрестить, если взрослый, ну, ведь, знаете, я приглашал, давайте вот в конкретный день я приеду, и мы с вами побеседуем. Хотя бы вот какие-то, ну... Не такие уж оглашения полгода, как у вас, я даже не говорю это. Мне приходя причащать старых людей, старых, я начинал с ними с беседы. Иной раз смотрю, время уже у меня час может пройти. Нужно уже и кончать, а я причащать не могу, потому что она ничего она не считала. Но она знает, что мне нужно причаститься и мою. Ну, хоть какой-то я ей уже, так сказать, маленький такой элемент оглашения дал, или привожу Евангелие, или потом завожу. Говорю, давайте вот хоть прочтите крупным шрифтом, тогда приезжаю причащать. Вот они говорят, я за эти полчаса или час узнал больше, чем за всю свою 70-летнюю жизнь о Боге. Ну, я думаю, Господи, прими хоть этот час, что ли, у меня. Где я могу еще? Вот я сказал, что я отпеваю. Я говорю, Владыка, вот как быть, если... архипастырь, говорю, если человек, ну он такой номинально православный, то есть он крестик может там носил, не носил, но он крещен когда-то, вот, а родители, родственники там, или он сам просит меня отпеть, вот как вот там соседку отпели,
Ну, это не таинство, можешь отпеть. Ну, хорошо, я отпеваю. Иной раз даже и бывает, что там пел, там не выдержало сердце, и он там все, его, ну, умер. Но я вижу, даже в этом из двух зол меньше. Можно хоть что-то сказать? Я уже, глядя на ваш пример, обязательно стараюсь. И они очень внимательно слушают. Слушают, когда вот гроб, смерть перед тобой, и всего никто не избежит. Этот ящик, говорит, строим жизнь свою так, с поправкой. Я сегодня говорю, а завтра я могу лежать. Они суеверны, страшно. Я уже сразу навожу на себя. Говорю, я могу выйти, сейчас кирпич на голову упадет, все, меня нет. И любой из нас, бывало так, вот прихожу причать там, или соборы, пока муж ходит там все по комнате, там все меня провожает, через неделю звонит, ой, приедьте, умер муж, как муж, а та жена живая, она и сейчас уже где-то 7 прошло, а муж умер, здоровый мужик, ничего не жаловался. Я говорю, я примеры привожу такие, что мы просто настолько одним днем живем, смерть у каждого из нас, и я только думаю, Господи, сейчас ты меня заберешь, или через какое там еще количество лет. Господи, дай мне так, чтобы хоть что-то было за мной, то, что будет елеем в лампаде моей души на страшном суде. Что это будет, я не знаю. У меня нет никаких даров, чтобы я к чему-то. Вы сказали, мастерок, ну, в этом отношении я не боюсь. Я лезу в стройку, там, на колокольне, там, приезжаю, узбеки, они народ самые такие, знаете, очень замедленные. Мне приходится с ними там общаться, сантехнику я знаю, шоферить могу. Понятно. Я хотел сказать, из его православия, там есть одна статья Тимофея Алферова, брат у меня сейчас здесь, епископом стал, ну не в патриархии, и там написано, язычество и православие, батюшки, хотя один раз, говорит, задайте себе вопрос, кого вы причащаете? И дальше, а кто изображен на кресте, она даже этого не знает, ведь ни один сектант такого не допустит до своего хлебопреломления. А это как раз очищение. Очищение придумали не через кровь на Голгофе, а вот батюшка приедет, ты рот разденешь, ну, может, зафиксирует тебе рот, чтобы палец не отпустил, уже полумертвый. Ну и проглотишь, а может быть, к иконе еще лбом стукнешься, и что-то где-то совершится, и там дверь распахнется. Ведь это же обман. Внутреннего человека, если нет перерождения свыше, ничего нет. У православных, видите, что через внешнее 5 органов чувств. Но только уши не задевать. Ну, он говорит, кто перед нами, а теперь как его обратить? А тебя вызвали. Конечно, если по правде все, никак не причащать. Он не обратился, с этим и уходит. Это ничего не дает, он недостойный, он не знает, не рассуждает о теле Господнем. Я считаю, в городе больные люди, большинство, это через священников. Недостойно причащались, они в больницах везде непрерывно лежат. Апостол сказал, многие больные, немало умирают их. Если бы сейчас эпикриз заканчивается, и Божья рука, как на стене у Даниила, написала бы, умер, недостойно причащался, и вдруг бы высветилось так везде, в больницах везде, в ужас пришли бы, попов в шею погнали оттуда. А люди считают, о, если я пойду, грехи простятся, как готовиться к помазанию, или помазанию, вот соборование, ой, грехи прощаются, прощаются, и все там, и надо к причастию, надо прощаются. Очищение-то не через кровь Христа идет. А через видимое прикосновение к чему-то, это ложный путь. Путь, который совершенно к Христу никакого отношения не имеет. Людям надо показать Голгофу, чтобы человек сознательно отдал жизнь туда. Вот я представляю, мне говорят, вот ты хорошо говорить, а был бы ты священник, как поступил? Я почти был священник, но вовремя, говорится, Бог вразумил. И что бы я сделал? Ничего я не сделал. Но меня вызвали, я не стал причащать. Приходят не готовы, я его крестить не стал бы. Архиерей, говорит, доложен. 2-3 раза еще дальше архиерей со мной нянькаться будет. Меня вызвал Варфоломей Ташкентский. Вот 5 храмов пустых. Я тебя рукополагаю сейчас. Там я попало мое одно письмо ему. Это ты сам написал? Да я, говорит, я стоял там в крестилке написал. Я тебе сегодня ставлю священником. Я маленько поприслужил. Я говорю, ну я с первого дня буду говорить, что надо правильно все делать. Мне как раз это и надо. Я говорю, да владыка, то, что делается, не сходится. И если люди не готовые пришли, я же не буду не отпевать, как не будешь. И не готовые крестить, то я не буду, как ты не будешь крестить, раз пришли. Я говорю, так не положено, он не знает Христа. Посидел маленько, дал деньги знающие, я не найду священника, а как ты, тут такого нигде больше не будет, езжай домой. По благодаре причины на самолет дал деньги, меня, говорится, коленкой под одно место, и все на этом. Игнатий Тихонович, ну вот, знаете, вот слушая вас, я не буду ничего говорить против вашего архипастора, я скажу в отношении нашего. И вы знаете, уже благо то, что я могу
ему сказать, владыка Алексей наш, говорю, я отказываюсь венчать молодых людей только по одной причине. Вот так в приватной беседе, когда мы всегда приходим, батюшка, я узнаю, вы живете уже, да, кто там сейчас? Я говорю, знаете, ну, коль вы начали, вы уже живите, потому что слишком большой процент разводов, который стоит на песке. Но я допускаю, что покаяние, если вы уверуете, если, ну, какой-то вот 5 лет это я вам даю такой, знаете, ну, промежуток. Если вы проживете вместе, ну, тогда приходите, я вот одну пару я повенчал. 5 лет в этом году, в прошлом уже я повенчал, у них второй ребеночек ходит. Да, причем начальник, я у него кран просил все время. Он уверен, что я повенчаю его сына. А тут такой облом получился. И я владыке говорю, владыка, если они не живут так, я отказываюсь. И он мне ничего не отец сам, делает право твое. Он разводов полный, там папка такая, да. В отношении чтения на русском языке у меня сейчас завели, даже на архиерейской службе мы читаем апостол на русском языке. Я вам говорю. Да. Вот у меня Косьмой Домена 14 ноября. Он приезжает, владыка, ну раз в год, он обязательно, я уж обязан пригласить. Да, у меня Пашка такой прислужник, панаматчик. Батюшка, как мне читать апостол на русском? Они у меня и так читают, но в основном читают на русском. Я говорю, Пашенька, давай читать на русском. Прокимин, ищи там в апостоле славянский. А здесь, говорю, я не помню, как в прошлом году мы читали так. Ну, тогда уже вообще бояться нам нечего. И он выходит, читает на русском языке. Вы знаете, тишина? Слушай. А до этого у меня был еще Юрий Ильич Хохол. Тот выходит, прокомен гласос мы. И пошел по-славянски, да с акцентом. Ничего не поймешь. Теперь этот же мой Юрий Юрьевич читает на русском языке. Они уже там зачало поразметили себе. Все. Он читает, тишина, хоть что-то мы понимаем. Вот Евангелие я читаю на славянском. Оно доступно. И в основном я беру тематику такую, если проповеди, в основном. То толкование. Вот в чем помогают ваши эти книги, так сказать, толкованию, трехтомник. То есть всегда. Так что я могу сказать, что какие-то подвижки и есть хорошие. Я не могу в отношении владыки Алексея ничего не сказать против. Он меня терпит и никаких таких, сказать, репрессивных мер в отношении не принимает. Да, Бог ему здоровья и спасения души. Я вот скажу, что... Не знаю, может он читает и на вашу книгу, но боится огласить свое мнение. Я не знаю. Но я ему благодарен, что он, зная вот мои такие, ну, наклонности уже какие-то немножко, так сказать, выпираюсь. Даже когда я однажды на епархиальном совете там вызвали по вопросу там храма, я сделал такое заявление, возьми, даст дуру и скажи, владыка, да вы дайте указание, запретите венчать. Вам-то легче будет, владыка. Сколько вы пишете разводных-то писем? Пишут, пока я сидел за полчаса, 4 человека пришли, взяли разводы. Ну, владыка, он и сам не знает, как эту решить проблему. Правда, другие батюшки мне сказали, что ты лезешь своими указаниями. Ну, я понимаю, что это наш доход, наши все. Ну, что сделаешь, наши немощи. Поэтому я говорю, давайте хоть где-то можно, если я могу хоть что-то сделать уже, ну, Господи, прими как жертву благовонную. Это то, что я могу сделать. Я тоже немощный, грешный и грешнее всех прочих батюшек. Почему первая заповедь гласит так? Всем умом, всем сердцем, не что-то, не по немощи, а всем умом развивайся, крепостью. Всей душою и всем сердцем. Богу не надо что-то, Он не принимает это. Это мы себя так успокоили, у меня вроде то. Все, вот дома на молитве себя так настроить и сразу делать. Пусть архиерей запретит первого, второго, третьего за дело. А то обычно, да что, пьяный священник был, ну еще хуже там все вот где-то. А то я буду правильно крестить, он запретит. Я говорю, покажите одного запрещенного за это. Никого нет за это запрещенного, а за другие дела-то неблаговидные. А 2 до 3 уже потенциал будет склоняться в другую сторону. У Бога-то там сосуд какой-то. Несправедливое страдание переливается и потянет. Игнатий Тихонович, недавно, ну как недавно, буквально несколько дней назад, мы знаем, прошел поместный собор и был избран митрополит Смоленский, Калининградский Кирилл, патриарх на соборе. Вы знаете мое отношение, я делюсь с вами мыслями. Меня больше всего, ну, как сказать, даже возмущало. Ну, почему столько
епископов, а собор был это 700 с лишним представителей, 200 архипастырей, и, значит, там остальные миряне и священники. Почему никто не решился выбрать патриарха по жребию? Мне так хотелось. Вот Деяния, 1 глава, там, значит, апостолы избрали, да, и они избрали кандидатов, и троих, там даже муж не дало было, и троих, двоих бы хватило, это было по-евангельски. И сказали, ты сердцеведец, Господи, из сих двух избери одного, которого послать на апостольство, вместо павшего. Ну, примерно так сочинили они, думаю. Ну, почему никто? И сидели бедники, а как они томились там, вот показывают. Мы в течение дня, да вся страна наблюдала, и уже кто-то глашатывает, скоро вот-вот уже результаты выборов. Они уставшие, они бедные там, ну, видать, изможденные. Ну, думаю, ну что, думаю, или я уже, у меня голова поехала. Ну, не могут же заблуждаться или не понимать эти 200 человек. И пока я, знаете, вот к вам уже ехал в Москву, в аэропорт, мой один знакомый присылает смс-ку. Он в Святой Земле, в Иерусалиме живет. Мы с ним в очень хороших таких отношениях, он очень верующий. Я и с ним поделился, говорит, знаешь, как жалко, Саша, что вот, ну как бы мне хотелось. Он мне прислал такую смс-ку, что мой дух спустился опять немножко на землю. Он такую мысль сказал, не знаю, как вы, примите или осудите. Он говорит, знаешь, отец, вот я беседовал с одним архимандритом, который 30 лет пробыл на Святой Земле на фоне, говорит. И я так же, как ты, говорит, возмущался и кипел на своего владыку Тимофея, там, в Остранской митрополитии, Аравии. Он говорит, я бы никогда не согласился, чтобы меня выбирали по жребию. На Афоне, говорит, выбирают только голосованием. Почему? Вот представьте меня, мы стоим вдвоем и бросаем жребий. Кто из нас? И вдруг жребий мне, о, как бы во мне взыграло, я богоизбранный. И всякая дурь и блажь моя приписывалась бы, Господь избрал. Я бы не знаю, каким тираном стал. Может быть, в этом есть ниша для смирения. И вот это смирение, пусть меня выберете, не выберете, это зависит не от меня, а от вас уже. Но я все равно приму, что и это Божий выбор. И я, знаете, успокоился. В отношении владыки Кирилла я не могу ничего сказать, но хорошего, нехорошего, ну, я с ним не общался, не знаю, но он, как и все прочие, равные. Ну, хотя бы, думаю, здесь бы, ну, Богу предоставили. Но вот он эту дал мне мысль, я говорю, спаси Христос того архимандрита и тебя, Саша, все-таки это смиряет человека. Может быть, правильно они и сделали. Я вообще теперь говорю, значит, так и должно. Отец, неправильно, не на 1%. Ну, я сказал, когда ваше мнение. Когда представили, я не свое мнение, я мнение Духа Святого говорю. И когда сказали, кого двоих, то говорит, те, которые с самого начала ходили с Иисусом. Впереди написано. Это означает, на всех 800 членов ни одного такого не было. Ты дальше продолжай. И выбирать некого было. И поэтому написано, говорит, нужно кого ставить, чтобы иметь доброе мнение от внешних. Павел-то имел в виду что? В эту мысль он заложил следующее, что живет он, этот человек, чисто. Детей воспитал, что у него ворованного нигде нету. А сегодня наоборот ставят того, который ближе всего с внешними, 30 лет стажа в КГБ, у него эта фраза перевернутая. Ставит того, у кого с кем хорошее отношение с внешними. Дальше, 6 глава Деяния апостолов. И решили избрать, говорит, там написано Пармена, Николая, кого шестеро. Кто изведанный в Духе Святом и дальше. Нет таких, и поэтому такое избрание. Вот почему. Не потому, что для смирения, а потому, что Дух Божий забыт, и водительства Божия нет. Я внимательно посмотрел по Писанию, и ответ только один. Если бы один хотя был пророк, он бы восстал, его бы увидели, они знали. Они знают все лизоблюды и все вот такие вот. Остальные сидели только как пешки, ну, скучно было. Всех и выдвигают туда не тех, которые свободно может Слово Божие сказать, такие не нужны совершенно. Сейчас газета пишет, ну как люди могли, вся страна, терпеть репрессии? 37-й год. Да не все терпели. Не все. Но те, которые не терпели, которые говорили, которые сказали, как Дыбенко, все погибли. Тут надо пойти решительно, и потом раз навсегда. Пошел, возврата никакого нет. Выбрали они, а выбрали как? Почему? Он имеет хорошее свидетельство от внешних. От кого? От президента. Дальше. От бывшего, который там всех это спутал с зарубежной церковью, вот, и он имеет от внешних, только по другим качествам, не потому что добрый живет, а также торговал табаком,
также водкой, он такой же, как мы. И они уже заранее, вот эта черная технология грязная, они это знают. Кого Матвиенко сделают, губернатором сделают, только первый шаг такой, такой. Они учатся, как менеджеры на это. Они все высчитывают. Это технология. Они просто, что они там кого-то избирали, говорят, третий мешает подать. Ты подай заявление, то завтра уйдешь. Я снимаю свою кандидатуру. Ну ладно, пока еще побудешь. Это все понятно. О Боге, о Библии, о Духе Святом там речи никакой не было. Совершенно мирское предприятие, никакого отношения к Богу вообще не имеет. Но Бог допустил. Я только одно. Я тоже думал. Думаю, вот если бросили жребий, ну митрополит Филарет Минский, он, конечно, уже старый. Но если бы выпал он жребий, Бог бы дался, он бы еще поскрипел там, но это было Божие. Если бы от Владыка Климич говорит, он не речейство такое, ну, как сказать. Но ему Бог дал бы и речь, и мудрость, он бы правил, если бы это было Божие. Но Кирилл Владыка, Кирилл пусть, но раз уже случилось так, и мне вот эта мысль очень, знаете, помогла. Я не знаю, я говорю, я свое мнение говорю, у вас свое, видите, а вот мне свое. Лично я успокоился. Да. Я считаю, Кирилл это лучшая кандидатура. Почему? Он активный, да. Он прокатолик, прокатоличный, он стоять на месте не будет, что-то начнет делать. Монастыри восстанут, произойдет раскол, и налево-направо Бог разделит. Потому что сегодня церковь находится в таком параличе, даже ересь породить одну не может. Ни пророка не может породить ничего. Но Кирилл начнет выворачивать такие дела, что начнет размежевание. Вот почему он хороший. Ну, может быть, и в этом плане. Да, и в этом плане. Поживем, увидим. Только в этом. Да. Другого от него нечего ждать, потому что предыдущий, он везде, он экуменист прожженный, он и колдун, с колдунами знается, и идола поднимал там. За ним такое чистится, его в храм запускать нельзя 100 лет. Но раз Бог допустил, значит, что-то он предусмотрел. Дал бы хуже, но не нашлось. Только один ответ. Как молился? Ему здоровье крепко. Да, а теперь сил, молиться только не здоровье крепко. Я молюсь только, Господи, обрати этого Кирилла. А ведь мы начали нашу встречу с чего? Ой, многолетие патриарху, при всем вашем вы все-таки остаетесь без епископа. Я покоряюсь. Я возгласил, правда, пропел я один. Один, я петь не стал многолетие. Может быть, ему лучше умереть сегодня утром было. Но я говорю обращение, у нас записка не о здравии. Чтобы обратился. Все, да. Ну пусть обратился, но чтобы стал наша помощь будет. Верующий это не делает, что он делает. Ну, я у него нашел одно положительное качество, что он гулял с собакой и бежал бегом. Вот это вот прочитал, мне сильно понравилось, что у него собака есть, он нормальный человек, нормальный. Ну все, это поздно. Братья и сестры, у меня к вам просьба. Я, вы видите, мы все-таки хоть и вроде какие-то единомысленно, но у меня тоже очень сложный характер. И я очень боюсь. Не хочу ссориться с Игнатием Тихоновичем. А лукавый может вбить клин. Вы помолитесь, чтобы наша дружба хоть на этом уровне сохранялась всегда. Потому что я сказал, батюшка, если вы не любите... Он любит Слово Божие, а за это я его люблю. Я половинчато не люблю. Я говорю, вы озвереете, сами будете противник еще этого. Сохрани Бог. Сохрани Бог. Сохрани Бог. Я, конечно, не желаю. Я епископа поблагодарил, когда у нас день общины был. Я говорю, самая важная заслуга ваша, что вы нас не сожрали. Ну, и то, слава Богу. Вот стоите здесь. Рискуйте всегда. Еще неизвестно, чем окончится вот это приглашение. Да. Что там было на соборе. Но звонят вам, и я же сидел рядышком. Вы как? Епископ хочет к отцу Якиму на юбилей. Как попасть? Но мы не можем отбиться. Мы звонят и все. Нельзя, владыка. И говорю, что нельзя, что это там снег, кто другой маленький. Пускай один, опять что, ноги-то не приедут. Один пускай едет, и все. У нас был батюшка такой, отец Василий, Царство Небесное. Он говорил так. Будем надеяться, что и наш теленок когда-нибудь волка поймает. Что все все-таки наладится, да? Само не наладится, мы даже именно решиться, сознать, что мы мертвые, без Слова Божия будем еще хуже, и церковь будет великим скотомогильником. Исправь нас Духом Святым, переплавь, очисти. Не через прикосновение зубами к чему-то, а через сердце, через уши. Ну, Господь посреди нас. Все. Есть и будет. Спасибо, Христос. Спасибо большое. Я с удовольствием вас благословляю, Игнат Тихонович. И прошу ваших святых молитв, если позволите, я вашу пасту благословлю. Спасибо. 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 Благодарю. Так, а машина кто повезет?